Установка электроподъемника стала для семьи Варламовых долгожданным и радостным событием. По счастливому стечению обстоятельств реализация проекта совпала с днем рождения Ольги, девушки с ограниченными возможностями здоровья. Поздравить ее приехал депутат Ленинского городского округа Владислав Рымша. Оль, поздравляем тебя с днем рождения. Желаю в первую очередь здоровья. Очень приятно, когда к тебе такое внимание и большая благодарность. Когда я увидела монтажников в подъезде, конечно, мне было до слез приятно и даже дурно стало. То есть настолько радость, что все-таки вот оно уже все рядом, вот оно сейчас будет. Теперь Ольге гораздо удобнее передвигаться по лестнице. Одно нажатие кнопки, и девушка уже преодолевает пролет. Сотрудники администрации и общества инвалидов оказывают всевозможную поддержку маломобильным гражданам. Программа «Доступная среда» работает, в нашем городе работает. Получается, что есть чем похвастаться. У нас есть теперь возможность чаще и больше выходить из дома. И спасибо нашему депутату, который помогает нам в этом. Данный проект, он реализовывался больше 3 месяцев. Все началось с инициативы жителей моего избирательного округа. Семья Варламовых обратилась с просьбой организовать установку электроподъемника в их подъезде, потому что они испытывают большие трудности в перемещении из дома на улицу. Мы говорим, конечно же, о доступной среде, и как раз это в том числе и реализация данного проекта. В настоящее время можно заметить, как постепенно меняется городская инфраструктура и отношение общества к людям с ограниченными возможностями здоровья. У нас несколько проектов было же с Владиславом. Занижение бордюров около дома. Дорожка вдоль 5-этажек с заниженными бордюрами. И все это как бы наша совместная работа. Я хочу поблагодарить администрацию Ленинского городского округа, непосредственно Дубовицкую, депутатов, потому что без их поддержки и без их участия мы вряд ли могли бы реализовать такой замечательный проект. Всегда важно, чтобы рядом были люди, которые не оставят в трудном положении и протянут руку помощи. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.